дорогая, я переодеваюсь, и мы можем зажигать свечи. Хорошо, только нет еще детей со школы. Что они вечером делают в школе? Понимаешь, у нас Ханука, а повсюду Рождество. Они с классами празднуют Рождество, и я их отпустила. Ах, ну да, жаль. Может, стоит их перевести в еврейскую школу? Мы должны сохранить детей вере. Впрочем, у нас прекрасные дети. Хорошо, только маме свою ничего не говори. Ей это не понравится. Знаешь, им жить в этом мире. Будем надеяться, что ничего плохого в этом празднике не будет. Мы со школы на подарки подарили! Давайте, давайте, мойте руки и на молитвенник. А может, просто подарками обойтись? Без этой религии? Сёмочка, ты что такое говоришь? Где твое уважение? Разве это не твой дом? Почему ты себя так ведешь? Сёмочка, наверное, у тебя была трудная неделя. Давайте к столу помолимся. Хорошо, хорошо, Рахиль, мы поговорим с тобой перед сном, согласна? Да, мамочка. Папа, давай поиграем. Ты Эпифан? А я Макабифола. Ух ты, женщина! И я знаю. Ты побежден! Ты побежден! Ты побежден! Теперь мы можем спокойно поговорить. Это древняя история, детка. Родился в городе Вифлееме еврейский мальчик, и назвали его этого мальчика Йешуа. На вид он был такой же, как и ты, Сём, но на самом деле в нем было что-то особенное, и это особенно сделало его великим пророком. Что это особенное? Говорят, что он никогда не грешил, творил чудеса, исцелял больных, и, будучи маленьким мальчиком, разговаривал в храме на равных с раввинами. Да? И что он о них спрашивал? Я не знаю. Наверное, они говорили о Торе. И когда он вырос, то стал для очень многих людей учителем. Вот и называется Рождество. А мы? Он же был еврейский мальчик. А мы не празднуем, детка. Мы не празднуем рождение пророков. Знаешь, Маша мне сегодня сказала, что тот мальчик, который родился, их Бог, их Спаситель. Маша говорит, что так говорят ее родители. И она так тоже думает. Но я не знаю.
Мы не можем верить всему, что говорят. Уже очень поздно. Засиделись мы с тобой. Давай ложиться спать. Пусть тебе приснится хороший и добрый сон. Ладно, мамочка. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Рахиль. Рахиля, вставай. Вставай, нам нужно поговорить. Папочка? Сёма? Ну кто ты? Давай, просыпайся. Я ангел. Я пришел с тобою поговорить и рассказать тебе кое о чем. Вставай же, пойдем. Я знаю, в это трудно поверить, но мы были сейчас во сне твоего брата Сёмы. Если ты заметила, он во сне был Макаби и победил Эпифана. Сёма очень хорошо усвоил историю Хануки и так заигрался с папой, что всю историю увидел во сне. Как здорово! Ты будешь приходить ко мне каждую ночь, и мы будем гулять по снам, да? Я бы рад, но я здесь, потому что ты молилась, чтобы Всевышний ответил на твои вопросы. Да, я спрашивала про Рождество. Сейчас ты все увидишь. Если ты Мессия, скажи нам! Я говорил вам, но вы не верите. Вы не верите мне, потому что вы не мои овцы. Мои овцы слышат мой голос. Я знаю их, и они идут за мной. Отец мой, который дал их мне, превыше всех, и никто не может их забрать их из рук моего отца. Я и отец одно. Пока пульник побить его камнями! Веруйте свету, пока он есть, чтобы стать детьми света. Пока я в мире, я свет миру. Ты человек! Чего называешь себя Богом? Человек, называй себя Богом! А, побить камнями, подоконника, побить камнями! Кто это человек? И кто эти люди? Непонятный сон. Это тот еврейский мальчик, о котором тебе рассказывала мама и о котором тебе говорила Маша. Так это один и тот же мальчик? Ну да, ты еще очень маленькая, но однажды ты услышишь о спасителе еврейского народа не просто как Макаби, храбрый воин, а как царь, правитель всей земли. Но Ханука, праздник света, Бог явил чудо в храме, когда минора грела 8 дней. Понимаешь, было чудо! А что же Рождество? Ты хорошая ученица и большая умница, Рахиль. Ведь Бог всегда являет свои чудеса. И когда родился мальчик Иешуа, это было чудо, потому что сам Бог был его папой. Мальчик родился таким, как ты, и твой брат Сёма человеком. Но он не был обыкновенным человеком. Чудеса происходили вокруг него. Больные становились здоровыми. Кто плакал, начинали смеяться. О, а как дети любили его! У одного мальчика было 2 рыбки. Иешуа помолился, и они накормили 5000 человек. Правда, здорово? 5000? Ого! Так Рождество – это рождение Сына Бога? Да, Рахиль, правильно. Но самое большое чудо – это то, что Он – Сын Божий,
сам был светом в этом мире и зажег вечный свет внутри каждого, кто в него поверил. И этот свет не угаснет ни через 8 дней, ни через 80. Этот свет будет гореть всегда. И во мне будет? Конечно, и в тебе, Рахиль. Засыпай. Доброе утро. Как спалось? Доброе утро. Наверное, хороший сон видел. Очень. Мама, папа, я знаю, почему Рождество. Сёма, ты не представляешь, где я была. Я вам все расскажу. И вам я все расскажу. Обязательно приходите к нам в гости. Молодцы! Молодцы! Спасибо огромное! Спасибо!